Мы вместе – это настоящий смотр искусств, призванный популяризировать детское и молодежное творчество, раскрыть потенциал ребят. Это не просто состязание, это обмен творческим опытом среди исполнителей и руководителей детских и молодежных коллективов. 18-й наш фестиваль, конкурс «Мы вместе». Мы рады видеть очередной раз гостей практически со всей Беларуси, ребят из России у нас в гостях. Ну и в этом году ребята из других государств смогли принять в дистанционной форме участие, вот в частности ребята из Польши активное участие принимали. Только что завершился инструментальный жанр, было очень много интересных номеров, ребята показывали свое творчество, то, чему не научились вместе с педагогами. Конечно, мы старались оценивать ребят согласно таким критериям личностным, личностного роста. Организаторами мероприятия традиционно выступают Брестский областной центр молодежного творчества при поддержке Главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета, Управления спорта и туризма Брестского областного исполнительного комитета. В четырех номинациях индивидуальные исполнители и творческие коллективы выступили перед профессиональным жюри в очном и заочном формате. Многообразие номеров поражало воображение зрителей и слушателей. Традиционные современные композиции, оркестровая феерия и сольное исполнение. Весь зал был наполнен аплодисментами и окутан творчеством. Занимаюсь уже 4 года этой песней. Я ее принесла, я просто услышала ее из мультфильма и решила учить. Мама начала ее подпевать, и я за ней. И как-то все сложилось, что это передалось нашей учительнице Дине Владимировне. И она сказала, давайте сделаем новое. И все, пошло-поехало. Я готовилась очень старательно. Проходила через многое, очень много репетировала, ну и я довольна то, что тут выступила, я очень рада. Конкурс «Мы вместе» – это доказательство того, что творчество не имеет границ. Награждение победителей проходило сразу после выступления всех участников каждой из номинаций. И, конечно, победные кубки фестиваля нашли своих лауреатов. Василина Бускевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.